Сегодня в парке культуры и отдыха имени Горького будет проходить мероприятие, посвященное празднику Дню любви, семьи и верности. В программе будут конкурсы, призы, подарки. Мы ожидаем хорошего настроения, которое подарят нам артисты учреждений культуры. Хочется от лица отдела культуры и от администрации города Войловка поздравить горловчан с этим светлым праздником. Семья – это здорово, семья – это хорошо. Мы все одна дружная семья. Горловка, с праздником вас! Спасибо! Культура Горького мы празднуем праздник День любви, семьи и верности. Этот праздник ежегодный, поэтому здесь собралось очень много людей, в частности, очень много молодежи. Я хочу поздравить нашу молодежь с этим праздником, хочу, чтобы они впитывали в себя эту энергетику положительную, присоединялись к традициям любви, семьи и верности. Ведь это так замечательно, когда у тебя есть семья, когда тебя любят и ценят. С праздником вас! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости! Нам приятно видеть вас сегодня на нашем празднике. 8 июля – это не просто выходной день. Это праздник самого святого, что есть у каждого человека. Это праздник семьи. Где у нас семья Будко? Поднимите дружно руки! Это мама Анна, папа Эдуард и сын Владимир, дочь Ирина. Ваши аплодисменты! Девчушка катером качала, девочка-девчушка плачет у причала. Реченьке-речушке снится синее море, у тебя, девчонка, что за горе? Она гречка и облака, золотые звонки в дождиком дрибным, налитые мы с тобой еще совсем молодые над рекой своей русской. Реченька моя, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, о сегодняшней вот вашей победе. Покажи, пожалуйста, кубок, молодой человек. Да, какие ощущения, какие эмоции у вас? Переполняют, наверное? Конечно, переполняют. Очень сильно, мы очень рады, довольны, что мы победили в этом конкурсе. И сегодня такой большой и светлый праздник. День влюбленных, любви, семьи и верности. Вроде как бы день влюбленных 23-го. Ой, нет, 14-го, да? Ну да. Ну, если нормальная семья, день влюбленных каждый день получается. Вот это правильно, да, я думаю.